Мы очень часто говорим про наших лидеров, про героев, и всегда упоминаем, что это чеченские герои, что они Да. всегда упоминают его геройство для России. Они говорят, что это герои России. И никогда не говорят, что это чеченские герои. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмат Хаджи Кадырова. Говорят, что спор Путина с Сакуровым был спектакль. Валейкум ассалям. Не исключено. Не исключено. Ну как спектакль? Один в этом спектакле как минимум не знал о том, что он участвует в спектакле. Даже если мы предположим, что это был спектакль, то я не думаю, что оба в этом спектакле играли какую-то роль. Одного в любом случае использовали, я думаю, и он был искренен в своем этом спиче. Но так, конечно, не исключено. Такие вообще на таких встречах темы, там, вопросы, они обычно согласовываются. Но это не исключает того, что кто-то может пойти не по сценарию, да, задавать какие-то вопросы. Как мы помним, это было с солистом группы ДДТ. Шевчук, кажется, его фамилия, если я не ошибаюсь. Михаил Шевчук, по-моему. И помните, он задал вопрос Путину, сказал, вот перед встречей с вами мне звонили люди, говорили из администрации, сказали, что звонили с администрации президента и сказали не задавать вам неудобных вопросов. На что Путин ответил, а Юра, его зовут Юрий, Юрий Шевчук, по-моему. Он сказал, как вас зовут? Спросил. Юра, говорит, меня зовут. Юра, Юра, это провокация, сказал Путин. Поэтому такие моменты бывают. Исключать, что это был не спектакль, мы не можем. Но исключать, что это был спектакль, мы тоже не можем. Поэтому возможно. Он единственный из Кавказа, кто вел переговоры в Москве против ввода войск вчера и затем, как мы знаем, никто не собирался вести переговоры, и он оставил свою должность и ушел из политики. Министр юстиции. Мне, честно говоря, неизвестна эта история. Если это так, как ты говоришь, то это, да, это достойно. Ассаляму алейкум. Смотрел последний комментарий Руслана Кутаева на разговор Путина и Сакурова. Алейкум ассалям. Да, я видел этот его комментарий. Он и раньше высказывал, в принципе, такое, ну, подобное этому мнению. И, конечно, мне это мнение не близко. Я не поддерживаю это мнение. Но сдается мне, что Руслан Кутаев таким образом пытается как бы их же политику, российскую политику, противопоставить против них самих, как бы, говоря, вот вы все время хотели, ну вот теперь, ну, типа, получайте, давитесь нами, что-то такое. Я не воспринимаю Руслана Кутаева как сторонника России, как предателя чеченского народа, абсолютно. И то, что он говорит, я понимаю, что это как бы режет слух. И многие, наверное, уже поспешили его приписать к тому лагерю. Но мне кажется, я, по крайней мере, сохраняю такое неплохое мнение о Руслане Кутаеве. Мне кажется, вот эти вот высказывания его, они несут не тот смысл, что мы там россияне, а он скорее их троллит, как мне кажется. Я надеюсь на это, и если мы будем говорить серьезно об этом мнении, то, конечно же, я его не разделяю. Чечения – это не Россия, и мы не хотим быть Россией. Мы 400 лет боремся за то, чтобы не быть Россией. И Руслан Кутаев – это тоже человек этих же убеждений, насколько я его знаю. Он тоже сторонник этой же идеи, он был соратником Масхадова. Поэтому я воспринимаю его эти слова как некий троллинг. Типа, вот вы все это время вы хотели сделать нас гражданами, ну вот теперь давитесь нами, мы теперь вот хотим быть президентами в вашей стране. Я это вот так воспринимаю. Мы очень часто говорим про наших лидеров, про героев, и всегда упоминаем, что это чеченские герои, что это герои Уммы, герои чеченского народа, герои чеченского государства. Но всегда их имена у нас звучат исключительно с упоминанием либо народа, либо Уммы, либо государства нашего.
никогда не российского. И вот удивительным знамением Всевышнего Аллаха является то, что Он заставляет этих предателей своими же устами свидетельствовать против себя. Обратите внимание, когда Кадыров и его пропаганда, когда они говорят про Ахмата Кадырова или про Рамзана Кадырова, они всегда упоминают его геройство для России. Они говорят, что это герой России. И никогда не говорят, что это чеченский герой, герой чеченского народа, герой Чечни или герой Умы. Никогда. Всегда упоминается только его геройство для России. Вот небольшая нарезка про Ахмата, например. Благодаря вам, Владимир Владимирович, и первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России нашего национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Россия Турпалхуа Кадыров Ахмат Хаджи. Вот обратите внимание, это ведь не мы говорим, это не мы упоминаем, что этот человек является героем России, а не героем чеченским. Это они сами своими устами говорят, и это как раз вот то знамение Всевышнего, на которое нужно обратить внимание. Если бы только мы говорили о его предательстве, и они сами бы об этом не свидетельствовали, то можно было бы сказать, что мы это там от своей ненависти к нему говорим подобное. Но здесь те, кто его очень любят, те, кто пытаются навязать его как культ личности нашему народу, даже они не говорят, что он герой для нашего народа. Нигде они не упоминают его геройство для народа, для нашего государства или для нашей Уммы, нигде. Всегда говорят, что он герой России. И я здесь соглашусь с тем, что действительно он герой России, он российский герой. Если для них такая персона может быть героизирована, то мы только рады. Пусть он будет их героем. Но героем чеченского народа, героем чеченского государства, героем нашей Уммы он никогда не будет. Он вошел в историю как предатель нашего народа, нашего государства и нашей Уммы. И это он уже никогда не исправит. Он ушел с этим. И его сын сегодня тоже продолжает идти на его же пути. И, Кадыров, ты, как-то открывая мечеть в Шалях, большую мечеть, ты сказал, ну, говоря про то, что типа в пятницу это произошло, сказал, вот Аллах так это предписал. Вот здесь тоже Аллах так предписал, что вы сами своими же устами свидетельствуете против самих себя. Вы сами своими языками говорите, что вы герои России, но не герои Чечни, чеченцев или нашей Уммы. И я вот возьмите и зафиксируйте вот этот сегодняшний момент, сейчас декабрь 2021-го. Вот вы увидите, что после этих моих слов, после вот этого моего выступления, они, скорее всего, начнут употреблять какие-то другие эпитеты в отношении этих людей, пытаться говорить, что они герои для чеченцев, герои Чечни, но и хватит ненадолго, я вас уверяю. Я уже проходил эту тему с именем, отчеством, я говорил про, упоминал про Рамзана Ахматовича, что это не принято у нас, и они тогда тоже решили немножко изменить эту тактику, но потом снова вернулись к ней. Сейчас они снова называют друг друга по имени и отчеству. Вот здесь произойдет то же самое. Они сейчас, увидев эти мои слова, начнут типа исправляться, будут говорить, теперь упоминать, что он герой для Чечни, там герой для чеченцев. Но хватит их, я думаю, ненадолго. И даже если их заставят сейчас постоянно это упоминать, это они будут делать только лишь потому, что я сейчас это сказал. И все, кто присутствует, то увидят этот ролик, все свидетели тому, что вы не говорили этого никогда до этого. Вы всегда упоминали только о его геройстве для России. Вы говорили, что он не герой России. А мы говорим, что Джохар, Зелимхан Яндарбиев, Аслан Масхадов, Гилаев, Басаев, Садулаев, все эти наши герои, те, кого я не назвал, наши лидеры,
Они герои нашего народа, они герои нашего государства, они герои нашей уммы. Это те люди, которые отдали свои жизни за эту религию, за этот народ, за это государство. А вы герои России, и таковыми вы навсегда останетесь. И никогда вам не быть героями нашего народа. Был прислан вопрос. Тумсо, привет из Израиля. Месяц назад начал смотреть твои видео. Благодарю за контент. Посоветуй хороший источник о истории ислама. И еще скажи, пожалуйста, чем музыка в исламе – это харам. Хорошего эфира. Итак, по поводу истории. Нужно понять, что именно, какой период именно тебя интересует. Тогда, может быть, я что-то посоветую. Но так вообще, на самом деле, много книг. Есть такой сайт, называется «Свет ислама». И там очень много переведенной литературы с арабского языка, очень много хороших книг, в том числе и исторических, различного исламского периода. Так, а что касается музыки в исламе, то, ну, есть прямой запрет на музыку, это аят Корана, в котором упоминаются праздные речи, и муфасиры, толкователи Корана сказали, что под праздными речами речь идет о песнях. Также есть отдельные тексты священные, запрещающие музыкальные инструменты. Поэтому это такое известное, как бы, положение в исламе. Несмотря на то, что были какие-то отдельные, конечно, мнения ученых, как, например, Ибн Хазма, который говорил, что не видит прямого запрета. Но это очень такое редкое, отклоненное мнение, основное мнение в исламе, которое я считаю, безусловно, правильным, это что музыка и песни являются, песни под музыку являются запретными. Как относитесь к решению Руслана Хасбулатова поддержать Верховный Совет во время путча 93-го года для свержения капитализма и алкаша Ельцина? В то время он был вторым человеком в Верховном Совете. Никак не отношусь, к нему самому я отношусь негативно, поэтому его решение, его роль в российской истории, она меня... Но она меня не интересует настолько, чтобы давать ей какие-то оценки. Пусть россияне дают ему оценки, это все-таки российский политик, советский, российский, он россиянин, он советский гражданин, пусть они дают ему оценки и решают, какую роль он сыграл в истории. В нашей истории, истории чеченского народа, он сыграл негативную роль, поэтому для нас это отрицательный персонаж. انتظريني يا قدس انتظريني سأزيل سدودا.